Всем огромный привет, дорогие друзья, с вами Гриня, и сегодня я хочу вам рассказать про очень интересный канал, а точнее про очень интересного человека. Мне написал трейдер, вот этот вот, Андрей Косенко, и попросил пройти проверку, и хоть это не мой профиль, он показал мне, что уже прошел проверку на многих сайтах, ну, я посмотрел, и думаю, а почему бы и нет, собственно. Давайте я вам покажу, какие сайты. Вообще сайтов было очень много, но я выбрал самые трастовые и сейчас вам их покажу. Собственно, есть вот такой вот сайт, где у него также все расписано. Есть новые отзывы, есть старые отзывы. Снизу есть комментарии, также видим выводы. Тот также не может нас не радовать, 114 комментариев. Собственно, здесь можем посмотреть, вот, допустим, статистика у человека. Это очень хорошо, можно листать до бесконечности. В общем, люди пишут достаточно хорошие отзывы. И так как я давно уже занимаюсь Ютубом, я знаю, что, конечно, отзывы можно всегда купить, но слишком много сайтов, где есть эти отзывы. Есть еще один сайт, достаточно топовый, которому я доверяю. Сейчас я покажу вам его. Есть еще вот такой вот сайт, опять же. Покажу, что вот я пролистал. И вот опускаемся ниже в комментариях. То есть вот за 2 месяца работы получилось сделать порядка 35 тысяч рублей чистыми. Начал с банков 10 тысяч рублей. Что ж, это достаточно хороший результат, так как ты не уделяешь этому целый день, да, ты можешь вполне работать на полноценной работе. Ну и плюс ко всему, конечно же, подрабатывать здесь это достаточно неплохо. Опять же, чем больше банк, тем больше ты и сможешь заработать. Что ж, и третий сайт. Я выбрал всего 3 сайта, поэтому я вам покажу сейчас еще третий сайт. Мы на него посмотрим. Собственно, и вот третий сайт. Опять же, здесь 36 комментариев. И здесь видим, люди делятся скриншотами, делятся тем, как они зарабатывают. Вы также можете добавить свой отзыв. Собственно, опять же, вот видим, человек зарабатывает и пишет, что он начинал всего лишь с 150 рублей, что, опять же, дорогие друзья, достаточно отлично. Это небольшие деньги, можно с них начинать. Далее давайте посмотрим на сам его канал, как он выглядит. Это канал в Телеграме. Собственно, канал выглядит вот так вот. Ну, что сказать о нем в двух словах, давайте его полистаем. Чувак торгует на бирже, это почти то же самое, что и ставки на спорт, с той лишь разницей, что ставку здесь мы делаем не на спорт, а на курсы валют. Преимущество в том, что рынок валют можно лучше прогнозировать, есть алгоритм, нету здесь никакого фактора удачи, нет никаких договорных матчей и прочих непредсказуемых моментов. Торговать можно почти весь день, не ждать какого-либо матча. Это тоже очень топово, но опять же можно уделять этому всего лишь некоторое время. Торговать можно на выходных криптовалютой, опять же. Коэффициенты, если говорить вставочным языком, таким, знаете, это 1.8 на каждый сигнал. Ну, это опять же варьируется примерно приблизительно 1.8. Опять же, здесь, как мы видим, вот пока листаем, что здесь реально каждый раз отзывы. Пачками они здесь публикуются, что также очень топово. Здесь есть отзывы о нас. Опять же, можем перейти. У него есть отдельный канал для отзывов. То есть это прям реально круто. Также у самого канала есть статистика. Итак, пройдемся по статистике. Здесь есть статистика. Июль, июнь. Вот, январь, май, апрель, июнь, июль. Есть, да? Вот, самые большие вот колодки. Это у нас июль-июнь. В июле я лично торговал. Я вам об этом еще чуть позже покажу. То есть можем видеть, что здесь действительно всегда идет в плюс, что также топово. На канале есть также бесплатное обучение, инструкция в закрепе. Сейчас я вам покажу. Собственно, вот оно закреплено. Можем на него нажать, и у вас откроется инструкция. Собственно, как только выполняешь инструкцию, то получаешь личные курсы Андрея и доступ в приватный канал с сигналами, что также достаточно топово. Также, дорогие друзья, Андрей не берет деньги за свои услуги, все бесплатно.
Другими словами, вы бесплатно можете протестировать проходимость и покупать, и платить ничего не нужно. Что очень хорошо. Конечно же, у вас есть вопрос, аналогичный моему, который я ему задал. Это зачем всех бесплатно учить, когда можно зарабатывать самому? На что он ответил, что партнерка платит ему 5% с дохода каждого реферала, и чем больше люди играют и выигрывают, тем ему выгодней. Вот вам скриншот. Собственно, этот скриншот с одного из топовых сайтов. Опять же, он здесь выделяет это прям жирным шрифтом, чтобы вы понимали. Опять же, зачем партнерке платить 5% с дохода? Давайте разбираться. Что ж, друзья, для биржи нет разницы, выигрывает человек или проигрывает, она зарабатывает на марже и на комиссии от каждой ставки. Другими словами, если вы поставили на рост биткоина, то кто-то поставил на его падение. Биржа в любом случае не теряет ничего, но поскольку есть понятие маржа, то биржа еще и зарабатывает. Допустим, давайте представим так, чтобы вам было понятней. Допустим, игрок 1 ставит 100 рублей на один результат, а игрок 2 ставит 100 рублей на противоположный результат. И тогда получается, один из них выигрывает, но выигрывает не 100 рублей, а сверху, допустим, 95 рублей. А эти 5 рублей и есть 5% маржа биржи. Пример условный, ну это я так просто для понимания, для ясности внес. Но работает это именно так. То есть в данном случае биржа в плюсе на 5%. Отсюда и выплата идет, то есть веб-мастеру. То есть, допустим, вот Андрею на его месте. Также, дорогие друзья, мы здесь можем видеть, также до этого была фотка, что он не скрывается, он, вот видим, снимает видео, постоянно записывает аудио, также учит даже самых-самых новичков с нуля. Более того, почти все клиенты его новички. Ну, то есть, допустим, даже я пришел, я никогда не торговал, ну и у меня все получилось. Это было очень круто и познавательно. Собственно, сейчас я этим тоже занимаюсь. Также, дорогие друзья, два раза в день идут бесплатные торговые сессии, примерно по 6-10 бесплатных сигналов в день, что это очень круто. Опять же, вот о чем я и говорю, то этим вы можете заниматься, конечно, весь день, если вы это знаете. Но как, если вы будете именно по его сигналам торговать, то это вот 6-10, это не так много времени вы на это потратите. Также после регистрации на бирже человек получает все инструкции, обучающие видеоматериалы, доступ в приватный канал с сигналами и бесплатные консультации от самого Андрея, собственно. Также, дорогие друзья, многие новички после того, как пробуют бесплатный канал и зарабатывают первые деньги, часто берут бота с сигналами и ставят уже с ним. Бот уже, конечно, платный, но повторяюсь, вполне комфортно можно и зарабатывать, совершенно ничего не заплатив. Бот это для тех, кому мало приватного канала. То есть, если вам мало, вы хотите прям целый день уделять этому, то тогда, конечно, можете уже брать бота. Многие ребята, которые уже попробовали заработать, часто благодарят Андрея, собственно, как мы видели, сколько там отзывов, сколько комментариев, это очень много. Благодарят его также небольшими донатами, но опять же, это по желанию. Опять же, ну вот вы хорошо, допустим, подняли, выиграли, да, можете отблагодарить, почему бы нет, да, за ценные бесплатные советы, опять же. Ну и, конечно же, что бы я хотел в самом конце добавить, дорогие друзья, так это то, что в приватный канал меня добавил Андрей, и я целый месяц сверял статистику, это был июль месяц, и по статистике все четко, доходность совпала, июль месяц, $6300. И с данным каналом действительно легко зарабатывать. И в общем, дорогие друзья, я могу рекомендовать данный канал Торговец. Тоже подписывайтесь, все ссылочки будут в описании. Если необходимо, можете в комментариях также спрашивать меня о чем угодно. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Все ссылки в описании. Всем удачи и всем пока.